Занимайте, пожалуйста, ваши места. Так, перед нами семья, которая некоторое время назад, они были совсем молодые, и сегодня они не постарели, не молодые, молодые родители, но в новом статусе. Тогда были жених-невеста, сегодня уже мама и папа. Некоторое время назад вы молились Господу, чтобы Господь дал вам деточек. Но был период времени, когда их не было. Сколько? Лет 9. И таким путем очень многие проходят. Я тоже один из них с моей супругой. Господь услышал вашу молитву, и вы назвали вашего сына Эльдар. Я думаю, что это будет для вас таким подарком от Господа, да? И ваше желание сегодня, чтобы что? Благословение. Чтобы Господь благословил. Слава Господу. Я прочту вам два стиха из первой книги Царств. Первая глава. Это слова Анны. «О сём дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просил у него, и отдаю его Господу на все дни жизни его служить Господу, и поклонилась там Господу». Вы согласны с этими словами Анны? Вы желаете посвятить вашего сыночка Господу и отдать ему? Слава Господу. Не все так, может быть, решительны, но помните, что еще придет то время, когда вы должны будете отдать его кому-то еще другому. Слава Господу. Друзья, Господь услышал вашу молитву, и мы рады вместе с вами, что в вашей жизни есть дар от Господа, Эльдар. Получить его, родить его – это всего лишь маленькая частичка. Сейчас у вас будет процесс его воспитания. Чтобы его воспитать, научить, наставить, чтобы он потом по жизни пошел правильным путем. И вот эти слова, которые были сказаны Анной пред Господом, я хотел бы пожелать, чтобы они остались в ваших сердцах, чтобы вы помнили сегодняшнюю молитву и этот день. Придет время, когда вы будете благословлять его в семейную жизнь, когда вам нужно будет отпустить его. Но на это время мы, люди, иногда ошибаемся. Но если вы предадите Господу его жизнь, то Господь, все ваши недостатки, которые вы мы делаем их, Господь их восполнит. Аминь. Благослови вас Господь в этом. Помолимся. Mein Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Tag. Heiland, ich danke dir dafür, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, heute in deinem Haus zu sein, Herr. Ich danke dir dafür, dass du uns dieses Geschenk geschenkt hast, dass du uns einen Sohn gegeben hast. Heiland, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ihn zu einem perfekten Zeitpunkt uns gegeben hast. Jesus, ich weiß nicht, warum wir so lange warten mussten, aber du weißt es, du hast es, hast ihn uns zum guten Zeitpunkt gegeben, wenn du es entschieden hast. Jesus, danke dir dafür. Danke dir, dass er gesund ist, dass ihm an nichts fehlt, Jesus. Danke dir, dass er wächst und gedeiht, dass er ja, in unserer Familie sein kann, Jesus. Danke dir dafür, dass wir ihn lieben können, dass so viele ihn lieben, Jesus. Danke dir dafür, dass so viele für uns gebetet haben. Danke dir für deine Segen. Danke dir dafür, dass wir deine Kinder sein dürfen. Jesus, ich bitte dich von ganzem Herzen, segne nur unseren Sohn, dass er weiterhin gut gesund ist, dass er weiter wachsen kann, dass er irgendwann, wenn er erwachsen ist, dich als deinen Heiland annehmen kann, dass er dein Kind sein kann, dass er gute Freunde hat, dass er dir dienen kann, dass er ein Prediger wird oder Sänger oder sonst irgendwas. Jesus, was zu deiner Ehre, dass er dir dienen kann, Herr. Danke dir dafür, dass du Gebete hörst und immer antwortest. Herr, segne du bitte diesen Tag bis zum Ende. Danke dir, dass wir hier sein dürfen. Ich liebe dich, mein Heiland. Dir sei Lob, Preis und Ehre in Ewigkeit. Amen. Amen. Отец Небесный, слава благодарение тебе за этот день. Некогда мы стояли, Господь, и просили, когда у нас день был свадьбы, чтобы ты благословил нас с детьми, Господь. И прошло несколько лет, Господь, и Ты дал нам этого дитя, Господь. За это время были совершены многие молитвы, Господь. Молитвы братьев и сестер. Я благодарен за эти молитвы. Благослови их, Господь, за этот труд, который они делали, который вспоминали о нас, Господь. Также я прошу Твоего благословения сейчас на дитя, которое Ты дал в нашу семью, Господь, мальчика Эльдара. Это большая радость его держать на руках, Господь. И ты его благословил
развитии, когда он был еще в утробе матери, Господь, мы молились о его здоровье, он родился прекрасный, Господь, эмоционально, Господь, он хороший, Господь, ты его благословляешь, Господь, и нас через это благословил, Господь. Я прошу также ты сейчас благослови его рост, когда он будет возрастать, Господь, когда он будет расти, Господь, ты его благословляй, охраняй, пусть твоя милующая рука будет над ним, Господь, чтобы он мог достичь полного возраста, Господь, в целости и сохранности, Господь. Особенно, Господь, я прошу, чтобы ты его благословил духовно, Господь, чтобы он мог познать тебя и принять тебя с ранних дней юности. Господь, помоги, особенно нам, мне, жене, Господь, чтобы мы были для него хорошим примером, чтобы мы могли вложить те добрые семена о том, что ты являешься Богом любви, Богом, который заботится, и Богом, который любит, но и наказывает, Господь, чтобы он это понимал и чтобы это он принял в своей жизни, Господь. Благослови его. За все мы прославим тебя, нашего Бога, Отца, Сына, Духа Святого. Аминь. Господи Бог, благодарю Тебя за этот подарок, который Ты дал семье Валентина и Инги. Это действительно дар от Тебя. И это ответ на молитвы и их молитвы, и их родителей, дедушек и бабушек. Господь, Ты великий, чудный Бог. Ты отвечаешь, и Ты благословляешь наши семьи. Господь, славим Тебя. Я прошу, благослови вот Ингу и Валентина быть родителями чуткими, внимательными, чтобы они были добрыми родителями, воспитывая своего ребеночка. Благослови, Господь, их вот, и это желание посвятить своего сыночка Тебе, Господь. Я прошу Тебя, чтобы Ты возложил на него свои божественные руки, чтобы Ты взял его и повел по жизни, Господь, чтобы он действительно был радостью, благословением для родителей, был славой для Тебя. Благослови его физическим развитием, Господь, чтобы все то, что происходит в жизни и в теле каждого человека, чтобы это развитие было пред лицом Твоим, было правильным. Поэтому прошу, благослови его здоровьем. Господи, прошу также благослови его развитие эмоциональное, Господь, чтобы он мог возрастать и быть славой для Тебя, чтобы в свое время, когда он возрастет, чтобы Ты наделил его дарами духовными, Господь, чтобы он также ставил Твое святое имя теми дарами, которыми Ты его наделишь, Господь. Благослови его, чтобы, когда он придет в совершенный возраст, чтобы он принял от Тебя свое сердечко своим спасителем. Поэтому просим Тебя, благослови, Господь, его и услышь молитвы детей Твоих, Господь, и да будет имя Твое благословенное и прославлено, имя Бога Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Такой послушный. Благословение вам. Поздравляем. Еще от церкви подарочек Библии. Занимайте, пожалуйста, места, братья и сестры. Ну, а нам еще нужно учить немецкий язык.